Let's go, пацаны, заходите на стрим. Ой, вообще-то Carl some speed run. Ты будешь на английском дальше? Нет. And Костя, кстати, если ты получишь потом подписчиков, не советую тебя давать каждому в свой дискорд, иначе начнется парарам пам 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 парарам. Ну, потом будешь страдать от того, что у тебя в личках будет больше миллиарда сообщений. Заби. Так. Я не поменял. Короче, кому нужна превьюшка? Что угодно поставим. Скидывай ссылку на стрим. Сейчас будет. О, мне он написал оправдание, а ну-ка. А, Ярик, можешь перевести, это я читать умею. Короче, смотри, что тебе надо? Вот, он мне тут что-то написал. Ты думаешь, это будет работать, это, типа, временно на процент на геймфандах? Как я понимаю, что так? Типа, гейм... А, короче, хочешь рофл? Хочешь рофл? Да. Он тебя заскамил, я тебе сейчас приведу все. Я попрошу Female Дьявола заплатить тебе, потому что у меня мало робоксов. Понимаешь, что... Ты думаешь, что... сможешь работать достаточно долго процентов геймфандов, чтобы, короче, заработать свою зарплату. Когда игра становится популярная, и она, короче, это... Ты только тогда начнешь получать зарплату, Костя. Ты сейчас просто бесплатно работаешь, сука, как раб. Это, блядь, скам, щит. Типа, блядь, представь, эта игра никогда не станет популярной. Что тогда, нахуй? Что... Это... Не, Z. Через T. Через T, через T. То же самое, но через T. Это... Не, не так, не так. Первая буква T. Первая буква T. И дальше, да. That's... That is... Ska... Ska Sam, this is a Sam. That is a Ska. Короче, я сейчас все переведу. Когда игра становится большой, люди будут покупать вещи, ты получишь 25 или больше процентов чего-то там. Ты хочешь этого? Да, и будет много покупок с этой игры, чтобы поддержать девсов. Ага, много покупок с этой игры. Он, мне кажется, знаешь, что он делает? Он просто говорит это, чтобы типа такой, продолжай, продолжай работать, мне нужна халявная игра. Тогда, знаешь, что напишет? Тогда сагдык, сагдык, сказал. Мне кажется, нет, чел, там, знаешь, проблема в том. Не, не так, не так, не так, напиши. Не так, знаешь, напиши. Я сейчас тебе скину в личку. Стоп, сколько он тебе обещал? Он тебе что обещал именно, расскажи. Он мне обещал заплатить... стриатку. Короче, минимальная зарплата была бы 1000 робоксов. Ну, как я единственный, как я работаю нормально, мне бы заплатили 5. Хотя бы напишу. Я хотел создать геймпасс в Роблоксе, я даже его сейчас покажу. Не, понимаю, но это все равно... Что за бред, реально? Да. А ты стрим тут пустил. Это бред, вот. Вот я захожу на свой Карл Влогс. Я уже, и тут 50 визитов. Сделал ларч донат, как раз для него, чтобы мне заплатили 3к хотя бы. Вот. Ну, не, он начал пишет. Короче, он отмазался тем, что у него мало робуксов. А, короче, я понял, что делать. Знаешь, чем просил? Он мне это то же самое просил, 400. Короче, он хочет заходить на какие-то игры, на дискорд-сервера, которых 50 людей, и типа партнершип, типа партнерку делать. Это нереально, чел. Понимаешь, то есть он хочет заходить на сетера других людей, такой, давай партнерку, знаешь, как дебил в Ютубе, вот примерно вот так. Го партнер. У меня вот есть друг, он достаточно хорошо снимает видео в Ютубе, это Вяз Данил. Короче, проблема в том, что ему постоянно какой-то даун предлагает партнерку. Примерно вот такая же ситуация и с этим дебилом. Он думает, что партнерку сделать так просто, сука, с 5 скриншотами и надписью. То есть он выпрашивает партнерку, сделай я. Он, я говорю, каким боком я делаю партнерку с такими ужасными скриншотами? Он говорит, мне делай партнерку за бесплатно. Я такой, окей, я представил это. На самом деле нихуя, потому что, первое, мне за это не заплатят ни рубля, мне даже станда не будет никакого суперкрутого. А второе, где, типа, блин, это нереально.
Поэтому сам подумай. Человек какой-то страшный. Мне кажется, ты просто знаешь, кто? Подожди, значит, why you can't это... Не, если ты напишешь, почему ты не можешь заплатить мне, он типа на что объяснил? Он сказал, что у него он бомж по роботу. Не, на что? If you're low on Robux, go to find the work. Типа, короче, если у Нет, тебя мало роб... а как сказать, типа, ну, значит, попроси ФМ, чтобы он это... Не, короче, алло, не, Фэм, это, знаешь, напиши, попроси своей мамы деньги на... Не, это будет слишком жестко. Я тебе говорю, если у тебя мало робоксов, иди на работу, go. If you have low robux, go to work, bitch. Не, подожди, не, ну ладно, давай я сейчас спрошу. Они, Я уверен, подожди, знаешь, у why... него Нет, мало подожди, бонусов, подожди, потому что подожди. он все слил. Why Сейчас приду. you... как там, пригласил меня? Invite me to the job if you don't have money. Сейчас спрошу, чего ты меня взял на работу, если у тебя нема грошей? Правильно, да? Реально мерзость. Так, я сейчас скину в группу этот стрим, чтоб все офигевали, и я трохи буду объяснять на английском, что за бред. Или ты будешь, ну, то что. Что он мне там написал? А то бишь, он бомж на бобуксы, говорит то, что он тебе даст эти самые бобуксы. Не, подожди, but fam will pelt, I think, I'm not sure, but... Окей, идем к Фэм Дьяволу и спрашиваем про вот эту дичь. Мне Фэм кажется, он Дьявол. не договорился, я уверен. А чё, погоди, дай почитать, что он сказал. Ну, Я там хочу сказал, почитать. типа, иди к Фэм Дьяволу, он может тебе заплатить, а возможно и нет. Я не, я тебе так объясню. Я получу их скоро. Но всем дьяволом может заплатит. Я, конечно, не уверен. Скорее всего, немного заплатит. Мы получим больше процентов. Говорю, боже. Меня выхахивает то, что это чел просто... Если я всем делал, ну денег такой. Fuck you. Аж, Окей, ну вот я да. смотри, я ничего не буду делать неделю. Я подожду, пока он что-то. Я скажу, окей, I. Алло. Так, это же Ярик, можно Напиши, тебя на чё? нормально, типа? Я тебе напишу сейчас фразу. Типа, окей. Окей. Смотри, я сейчас напишу. А, окей, давай тебе скинь, скажи то, что я не буду работать неделю, Погоди. я буду ждать неделю, пока ты мне не скинешь. Это что за скам? Я не буду Я работать пока... понимаю, я Не, я написал не покруче, я это. написал покруче. Я не буду работать до того момента, пока я не получу робуксы. Все. Типа, окей, я начну работать тогда, когда я получу робуксы. Не, пацан вообще четкий. Я как понимаю, Кто? на другую на работу себе найду. Это. Е-е-е. Окей. У меня какой-то странный чел. Что за скам? Типа, что за скамер? Я Типа, понял, отказывается ты... платить. Боже. Не забей. Мы можем заплатить тебе, когда они делают... Да, конечно, 25% с игры. 25% с игры. Понимаешь, я вот не понимаю, знаешь, почему этот дебил сказать? Почему он говорит, что Если... 25%, если Я он угораю с того, что заплатит? если ты человека устраиваешь на работу, он работает, ты, сука, видишь результат,
И ты отказываешься потом платить этому человеку, понимаешь? Ладно, вот он делал, но ты делаешь, блядь, работу, и ты отказываешься платить от того, что ты обещал. Ты обещал деньги, ты должен каждый месяц там давать зарплату, к примеру, за этому человеку. Ну нет, он просто отказался. Один месяц так, типа, не попросил ему зарплату, потому что, ну, возможно, быть, ну сейчас, ну что за бред? Ну вот как раз самый главный забей, мне кажется, о чем будет делать, забей. Переделать всю игру, это был гениальный момент. Короче, чтобы ты понимал. Чтоб ты понимал, смотри, я уверен, либо это школьник с камер, который по голосу с ним общался, блядь, один на один, это, блядь, реально школьник, у которого голос, как у пятилетнего Дауна. Не, у него, по ощущениям. Он говорил, что 13 лет где-то. Ну, конечно. Потом, сейчас. Либо это скамер, который просто не умеет делать и хочет быстро создать игру, кикнуть всех проекты и зарабатывать деньги. Либо это просто еблан, который будет задерживать зарплаты, наверное, месяцев 6 и даст там 1000 робуксов. И скажет, вот зарплата, еще на 19 месяцев задержит, и все. Симбос, что за бред? Что за говно? What the fuck? Какой 25%, когда игра станет популярной? Ты не, понимаешь? Не, 25%, ладно, это много, но если игру будет играть 100 человек, и из этих 100 человек, там геймпассы будут покупать максимум 5. Сколько тогда будет зарабатывать? Да, сколько я тогда буду зарабатывать? Ноль. Ну, то есть буквально, знаешь, ты просрал, получается, больше, сука, недели. Нет, ты просрал 6 месяцев, чтобы создать игру, а ты получаешь с нее там 5 боксов. Да. Мог пойти сделать тайкуна, получить 2 раза, 20 тысяч раз больше. Вау, 100 робоксов! Ты же можешь перевести? Понимаешь, смотри, короче, ты будешь получать 185-100 робоксов, когда мы будем получать гейм, типа, процент от игры. Вау, так много, блядь! Я с этим симулятором в месяц получаю по 400, я не знаю откуда. Вау! Ну, кстати, Кость, у меня молоко реквием есть. Mm-hmm. Ну, а сроки этого молока, знаешь, до какого года? Эрик, можешь написать, короче, что, типа, сказать? Я не буду по такую дичь работать, я хочу именно, да, короче, чтобы... Короче. Я... 25%, когда игра не станет популярной. Чё это? Так, примерно. Я не буду работать, пока это правило работает. Типа вы... Видишь, какой я гений? У тебя есть переводчик, translator, фистен. Погоди. Stone Cold Stands Alpha, что? Это как у нас будет по-новому игра, как правильно называется. А, да, это не так? Да, это так и есть. Почему она называется так тупо? Типа, блядь, 4 слова, почему нельзя сказать, например, там, из 2 слов, а это, блядь, читать трудно, 4 слова. Позвать, ты знаешь, это же, блядь, это реально не могу прочитать. Йолд и бот, знаешь, если бы игра называлась, даже так было бы, короче, потому что поймал. Okay, у меня молоко, так... знаешь, погоди, у меня молоко, знаешь, каким сроком гонится, это, сказать? Это не дерзко? Ну, хотя, это дерзость, то, что он это, что за бред говорит. Чё это? Типа, короче, послушай, я пью сейчас молоко, и проблема в том, что этого... Короче, у него срок годности, знаешь, сколько сказать? Хочешь слышать? Вы готовы? No. У него срок годности до 1 января 2022 года. Молоко. Молоко. Я буду скидывать этот стрим. Они бачили, что за бред, да. Когда игра станет большой, будете платить ежемесячно. 500 в месяц! Короче, чтоб ты понимал, он предлагает, когда игра поставит, например, 100 человек. Я подумал, ладно, в день 500 боксов нормально, в месяц. Короче, чтоб ты понимал. А, короче, первый платеж, когда игра станет популярной, будет вообще 100-125 робоксов, отлично. Вообще круто, понимаешь, Костя, я так скажу. Костя, я получаю, блядь, в месяц, знаешь, сколько рублей, хочешь услышать? Я трачу в месяц больше 2000 рублей, о чем вы говорите, Лидуга? Я летом буду, понимаешь, я летом буду зарабатывать, знаешь, сколько? Если так посчитать, это все лето, я, смотри, моя работа начинается с понедельника, то есть, по сути, это лето. И давайте посчитаем, сколько я за неделю зарабатываю. 7, 7 3.
2100 рублей в неделю. Чтоб ты понимал. 7 дней работы. Понял рофл, Костик, теперь, да? Я зарабатываю по 2к бобуксов в неделю. То есть я могу просто, знаешь, в неделю. Окей, мне надо написать, типа, я буду работать. Ну, блядь, чтобы тебе... Знаешь, я угораю с него, типа, знаешь, что я ему предлагал сказать? Кстати, когда я с ним чатился, послушай, когда я с ним чатился насчет этой популярности игры, знаешь, что я написал? Ну. Типа, у нас не получится, скорее всего, так вот взять и заколлапиться с кем. Знаешь, что он сказал ему? Знаешь, что я ему предложил? Либо заколлапиться с каким-то популярным ютубером, либо, короче, ну, даже не с ютубером, просто сказал, чел, если ты настолько крутой, что можешь оплачивать всем своим разрабам денег, да, чтобы они работали на тебя, какого фига ты не можешь оплатить рекламу игры? Вот тоже такой вопрос, Костик. Какого ты не можешь оплатить рекламу игры, когда она будет популярна? Знаешь, по какой причине? Не хочу, вот иди и, короче, делай. Бесплатно. Ищи мне спонсоры, быстро, сейчас. Я Симгус верил, но теперь это какой-то гей, реально. Что ты хочешь, чтобы я ему написала? Типа, я начну работу, когда мне заплатят бобукс. Я уже смотри. Короче, это обозначает, чтобы ты понимал. Я повторюсь снова. Я начну работать, когда я получу свою оплату. О, как раз уж надо, молодец. Спасибо, Гарик. Это бред. Это, понимаешь, мне кажется, это просто, знаешь, клоунский школьник, который решил заскамить людей и фармить этого бобокса. Но сейчас, он, понимаешь, он никто. Погоди, мне кажется, он тебя забрал дьюсов, чекай. А, нет, не оказалось, я уже боюсь, что он злодей. Треклятый. Ну, о, смотри. Удалил, так что, по сути, он послал все. В смысле удалил? Ну, типа, мы будем ее переделывать, а там, когда я... Боже, то есть он буквально взял, все шестеранья взял, вот так. Идите в жопу, вы все переделайте, зарплаты нету, сосите. Вот так, да? Фем дьявола, убей фем дьявола, запускай. Погоди, посмотри по ролям, кто такой фем дьявола. Сейчас прикинь, там это, там чисто никто. А, ну фаундер, ну ладно. О, смотри, что ты написал. О, окей. Изи, попустили. Клоуна. Клоуна. Не верю, он сейчас просто даст там это 50 бобуксов, скажет. Изи. Да, Леся мне не даст 1000 бобуксов, это минимально 1000, он в договоре. Если он не даст 1000 бобуксов, то я прошу 2D8 запустить программку по взлому веб-камеры, и мы смотрим его ебальник сегодня. И продаем его фоточки на Даркнете. Теперь спидранинг Карлсон. Карлсон. Да, что-то мы как-то стрим, да. Да. Не, ну. Надеюсь, что он мне заплатит 1000. А то это бред. Силой кобылы. Да. Ярик? Да, вам нужен переводчик. Не, пока не надо. Спасибо, кстати. Ну, цей, сейчас трохи поспидраним, мы должны заснять. А, Ярик, сейчас я посмотрю. Чтобы попасть в топ-100, мне надо заспидрать игру за 2 минуты 34 секунд, 0,60. Звучит как полный ком. Это так уже и... Подвинься ближе к экрану, потом... Ой, боже, к экрану, к микрофону. Да ненормально, Дим, это просто у тебя он что-то это... Стоит на пятерочку, я уверен. Идеально было бы, боже, такая скорость была. Да, было, это был спидран. Виктория. Йоу.
Да, сначала спидраном выглядит как-то типа вот так вот, Вообще, Тим, моего. чтобы ты понимал, сейчас выйдет реально игра хорошая по паркуру, это Dying Light 2. Потому Так, что Dying Light 2. если посмотреть по одному трейлеру, это вообще какая-нибудь игра про зомби-паркур. Вот реально, там паркура столько добавили, что теперь, короче, можно цепляться за тросы по канату, где и можно, Нифига короче, паркур. Там очень много паркура, вообще-то огромное количество добавили. Я вижу, и она появилась в предзаказе. Она выйдет в декабре этого года. Ну, Короче, я ее не буду долго. предсказывать, наверное, просто, скорее всего. Но я потом ее предзакажу, потому что предзаказ дается скинчик крутой, который эксклюзив. Я, короче, скинул это в и этот да. Я скинул стрим. Короче, там я потом скажу, если не заплатит, я скажу посмотреть, чтобы не понимали, что по 3 мультика ссылок. Поскорейше. Ну, я думаю, если он мне не заплатит, он типа выйдет, он мне выкинет, но потом он еще мне пригласите. О, могу, это Сеня. Привет. Пойдем О, попробуем. это Сеня. Ой, Сеня, кстати, Сеня, ты сейчас что? на стриме, а ты в Ютубе, Сеня. Короче, одним словом, я тебе расскажу одно слово. Костика пытался Раньше не заскамить. запускается. Классно. А, что такое? Не тянет, походу, я его уже удалил. А, ну ладно. О, не повезло, не повезло. Да, мы его вытащили из срачи, точнее его компьютер. Я тебе напоминала, Да. если кто-то скажет, хорошо, что он не смог играть в Gamepad, я его заглушу, заблокирую. Оу. Оу. Дима, your computer has virus. Я тут давно не ходил. Окей, я сейчас подраню Короче, Карлсон. Дима, открывай сервер. Открывай, запускай шарма. Ое, пацаны, будем еще в Нет, Майнкрафт на нет, стриме сначала играть. позвоню Максиму. Давайте Максим. я просрал спидра. Давайте на Майнкрафт на Алло, стриме играть. короче, это Сеня, давай пока без Максима, потому что Максим какой-то. Он сегодня один раз заходил в чат и Ой, больше не next заходит. door. Потому что он. Ребят, давайте так. Если мне сейчас Сеня не добавит обратно в друзья и не разрушит, мы не пойдем работать. Да в смысле, Дима, ты Все, я разрушил. Бля, у меня, знаешь, какой вопрос? Почему у меня Дима не может тогда это добавить в друзья? И Сеня не может также меня это добавить в друзья. Что за дичь? Это За то, что так ты не происходит. понимаешь, это ты не понимаешь, это другое. Это клоун. Да ты так сам Мне говорил. скинуть Лингуини? Мне звонит Лингвини. дьявола. Дьяволу? Все, я позвонил дьяволу, посмотри в чат. Лоу, это что-то там с Смотри в чат. Лингвини. Смотри в чат. Fucking not my linguine. I have no idea what are you talking about. It's my restaurant, it's my linguine. I can do it in my Дима, way. Дима, 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 Дима. Дим. Дим. И Сеня. Я тебе потише, я тебе включу лингуини в саундпаде для Костика специально. Можно, пожалуйста, О, потише? да, на стриме! Блять, я Сделай сам потише. крутым спидранером с лингвини. Сделай потише. Окей. Сделал? Наверное, был там какая-то... Так, Сиярика не понял. Да ты на меня копирайт? Я могу копирайт кинуть на Костик таким боком. Let's go. Всё, кидаю на тебя копирайт, готовься к смерти. Плюс монетизация, ребят. Плюс монетизация. Кстати, со стримов монетизация не берется. Отлично, прям сейчас ты разобрал. Окей, ты не против? Я не слышу. Короче, про. Лингуини, Джон Джованна. Я, Костя, Костя, Костя. Костя. Я сейчас Карлс броню. Пока отойди тогда из нового сервера, вернешься, когда ты делаешь Карлсон. Алло, я как-то драню. Мы этим я буду на стриме играть в Майнкрафт.
И что? Нет, не без стрима. Давай. В смысле? Ну, представляю. Это твой стрим, бот. Алло. Кто он вообще смотрит? Ну, понимаешь, вот самый главный прикол, то, что никто не смотрит. Так что... Но все равно, выключай. Плюс только я, поэтому ты прикол. Поэтому выключай его. Давай. А, не, подожди, мне надо... Я спидран... Ой, я включил стрим для спидран. Ладно. Зачем тебе стрим для спидран? А еще Дима, включай сервер, пожалуйста. Дима, я включу сервер, я позвоню в полицию. Ну, позвони Максиму по телефону, да-да-да. Окей. Вау. Я почти нормально бы прошел. Роуз. Я тут уже засрался вообще полностью. Знаешь, я могу сделать спидран субнотики, я знаю больше 100 багов. Я могу запустить Super Seaglide в это клип через стены. Короче, дофига все. Ты что, тоже спидранер? Я спидранер субнотик, я супер кул. Супер кул. Е-е-е. Тебя самая тупая смерть, знаешь. Слушай, в принципе, все правильно. Типа, ты подошел к этой бочке, ты высел тут сдох. Ты сейчас протрал буквально душа в стенку. Отлично, отлично. Теперь на воде. Yes. Yes. Let's go. Подойдем к бочке. Let's go. Это был Димка. Самое главное, то, что у меня сейчас в голове, знаете, музыка Нёрс в Таби. В стиле Таби. Ебать, что за бред. Алло, я ж Ксима зовут. Так, слышишь, давайте этот, можно позвать же человека. Он сидит в Сербии. Я сейчас с ним через Сербию буду показать. Да, хорошо. Боже, где Максим там сидит? Ой, это сервер, типа, что начинаешься на Ар. Нет, я просрал. Он не будет пропашить. Ну, тогда погнали. Только стой, кикай этого Костика с его стримом тогда. Костя не допущен. Сейчас. Ладно. Все, удаляй. А еще стрим это не сохраняй. Так, алло, тут чел пишет то, что он мне как-то заплатит, а ну-ка, давай, я сейчас переведу, только вырубай стрим, пожалуйста, это сейчас не первое. Деловые дела, вырубай стрим и его не сохраняй, потому что это неудачливая попытка спидрана. Все, пришла авария. Это как минимум, я тут покажу, какой сунгоус бот. Смотрите, смотри, йоу, Пинки, а я знаю, кто мой друг за меня заплатит, ну окей, ладно. Короче, группу скинул. А он знает про то, что можно платить через группу, только если он купит уже сам что-то в группе или через неделю. По-моему, у него логика отстала. Да, я тоже такое подумал. You're stupid, напиши, you're stupid, or you... А, стоп, теперь только через премиум можно вот так вот быстро переводить? Нет, можно переводить через любую группу, там просто есть это ограничение в 7 дней или покупку с этого магазина, поэтому и умерли сайты, потому что они из этого не могут нормально переводить. Мрать, я вообще, привет, ну ты чё? Привет, не соскучил? Нет.